Так, друзья, всем привет! С вами Зомби. Сегодня все вместе отправляемся на локацию в пещере Голдберри. Что ж, погнали. Так, подгрузка материалов. Не знаю, сколько времени будет. Думаю, быстро будет. Так что даже не придется перематывать. Хотя, сейчас посмотрим. Окей, мы загрузились. Страж должен где-то в этих пещерах. Мы, я так понимаю, ищем какого-то стража. Пещера маленькая какая-то. Очень маленькая. Но меня смущает то, что локация называется не пещера, а пещеры. То есть, возможно, здесь мы должны будем пройти несколько пещер. То есть на одной это все не закончится. Плюс я вижу, здесь уже начинаются лабиринты. И это нам затруднит раскопки этой пещеры. Значит, сейчас посмотрим, что и как будет, что получится. Так, это все рубить нужно, чтобы пройти. Очень много, но иначе никак не пройдем дальше. Здесь пока что можно ограничить себя камнями. Вот это забираем. Это тоже забираем. Так, здесь я пройти, по-моему, не могу. Да, там стена. Тогда мне нужно идти в ту часть. Наверное, динамит поставлю, чтобы проще было. Локация маленькая, да, но энергии немного на то, чтобы ее пройти, нужно будет. Плюс я еще не знаю. Возможно, это не единственная локация. То есть сейчас будет спуск какой-то. Более нижнюю пещеру или подъем, или что-то в этом духе. Или переход какой-то между пещерами. Все может быть. Поэтому, как всегда, готовимся к худшему. Так, здесь динамит. Вот сюда поставим. Давай, взрывай. Бабах. Окей, отлично. Еще драгоценности. Наверное, все-таки пройдем через большой камень. Потому что здесь очень много мелких построек. И чтобы там пройти, нужно все это чистить. Давай, чисти. Да, вот, отлично, мы прошли. Это нам не придется теперь рубить. А пойдем дальше. По надо углом карты. Так, и секунду подождите, у меня проблемы с девайсами возникли. Так, я решил свои проблемы. Дальше двигаюсь вниз по локации. Что у нас тут еще один сундук есть. Плюсы я вижу, что мне дальше вниз не нужно. Поэтому давайте двигаться вот сюда. Понад парканом. 14-12. И вазу нам тоже придется вырубить. Так, окей. Здесь две вазы вырубаем. Камень, я так думаю, нам не нужно. И мы открыли какой-то зал. Я слышу шаги. Шаман какой-то идет. Ладно, эту сюжетку пропустим. А ценности потом открою. А, Кейт поймал. А этого что? Я тебе не позволю. А, он убежал. А нет, он не убежал, он упал вниз. Окей, я так и думал, что здесь несколько уровней и несколько пещер будет. Да, это по сюжетке прикольно, но учитывая то, что мы энергию тратим, это уже не очень хорошо. Учитывая то, что через 3 или 2 дня будет новая
временная локация, энергия там не пригодится. Так, окей, я попал в пещеру. И эта пещера побольше, чем предыдущая. Мне нужно найти выход. Он там находится. Все слишком просто, да? Почему бы и нет? Давайте вот это разнесем динамитом. Но там заборчик будет 200%, говорю. Или нет? Если нет, я выход сразу найду, так это будет очень круто. 9-9. Но здесь нет выхода. Меня обманули. Меня обманули. Где выход? То есть здесь нельзя верить вот этой стрелкой, которая тебе указывает на выход. Абсолютно нельзя ей верить. Она обманывает. Нужно самому пробираться. Я так понимаю. Сейчас энергии уйдет просто очень много. Так, окей. Здесь огромные, как бы. Короче, огромные камни, очень много. Нужно вырубать ресурсов. У нас сейчас будут очень большие проблемы с энергией. Прям очень большие, потому что я буквально продвинулся на несколько сантиметров. И у меня уже пропало 1000-2000 энергии, можно сказать даже. Поэтому сейчас будет нам больно. Очень больно. Динамит я пока что не вижу смысла здесь ставить, потому что здесь нет таких мест, где лучше поставить динамит. То есть здесь его лучше тоже не ставить. Разве что вот сейчас вот это все вырубим, и можно поставить первый динамит свой. Вот сюда. Давай взрывайся. Вот это открываем. Теперь второй. Второй, наверное, ставить пока что не будем. Так, попробуем. Постараемся пробраться. Вот эти кустики сейчас рубим. Блин, их там больше, чем я думал. Печально. Но придется тогда их все вырубать. Окей, и вот этот камень. Вот это. Вот это вырубаем, я так думаю, нас она дальше пропустит. Да, она нас пропускает, нужно еще кустик вырубить. Будем двигаться через большие камни, то есть большие камни рубить. Так, я думаю, меньше всего энергии мы потратим. Там опять стена, и думаю, нам нужно ее обойти по этому краю. Вот отлично, вот здесь есть камень, но я не могу туда попасть. А вот теперь первая проблема. Я зря туда пошел, потому что мне нужно было где-то вот здесь пройти. Не, отбой, и не там. Нужно вот здесь проходить. Блин, тогда придется здесь динамит поставить. Пусть он взрывает все. Просто вот на ровном месте потратил 500 энергии. Очень затратная локация будет. Учитывая то, что я просто еще, наверное, процентов 5 только открыл. Ладно, взорвем. Потому что энергия для меня будет поценнее. Окей, окей, я ж... А как это отрубить? Она сама выскочила и не отрубается. Что, мне игру закрывать, что ли? Ну. Я понял, я все это уже посмотрел. Блин. Ладно, тогда перегружусь и вернусь к вам. Так, я перегрузил игру. А окно у нас пропало. Все хорошо, двигаемся дальше. Ну как, все хорошо, я потратил уже сколько здесь? 1003 энергии, 10%. Больше 10, может 15 прошел.
Там не уверен точно. И потратил уже 2-3 тысячи энергии почти. Ладно, сейчас будем пробираться дальше. Лишние коробки и ресурсы вообще ничего не рублю, чтобы продвинуться дальше суток. Так, здесь тоже динамит ставить не буду. Динамит нам пригодится в других местах. Например, в этом. Зачем тратить 9 изумрудов, если можно поставить свой динамит, правильно? Ну да, почему бы нет? Так, учитывая, что здесь динамит стоит, я думаю, вот здесь забор находится. Можно, конечно, посмотреть, где выход находится, да. То есть давайте по углу продвинемся. То есть вот к этой стене лезть не будем, просто вверх полезем. Понад скалой. Ну, это сложно скалой назвать, какая-то острая фигня. Не знаю, как называется. Так, это как скала, короче. Короче, острые камни, вот, да, вот так будет. Так, большой камень вырубаем, проще всего будет. Окей, я прошел. Булан, я же сказал, хватай его. Окей, что я делаю дальше? Я не могу врата открыть, мне нужно отмычку найти. Я это понял. Так, найдите рюкзак. Он там находится, здесь есть энергия. Там не хочу проверять, что там есть, потому что я думаю, мне энергии много понадобится. Плюс, скорее всего, наверное, я так просто к рюкзаку не пройду. Нужно обходить прям вот так идти. Вот так. Хотя, возможно, и пройду. Сейчас посмотрим. Но думаю, здесь есть тоже какая-то стенка. Вот примерно вот так. И вот так она идет. То есть напрямую попасть нереально. Нужно обойти всю карту, чтобы открыть этот рюкзак. Сейчас посмотрим. Камни плюс большие. Хорошо, что золото выпадает с этих камней, но для меня это даже хуже, чем. Вот видите, там стена. Я туда вообще никак не смогу пройти. Нужно обходить полностью по кругу. Хотя насчет полностью по кругу я теперь уже не уверен. Да, потому что там еще одни врата есть. Поэтому нам нужно тогда открывать сундук, а потом, возможно, открывать эти врата. Там находим какой-то ключ и открываем эти врата. Так, ну пока что с энергией все хорошо. Я думал, здесь потрачу побольше, но учитывая то, что здесь много территории рубить не нужно было, то всего лишь я потратил только 4000. Ну, это много, конечно, но с одной стороны это даже маловато будет. Так, вот этот кусик мне нужно сейчас срубить. Потом вазу, вот этот куст и камень, наверное. Не уверен, да. Нужно еще камень рубануть. Так, вот я рюкзак нашел. Я могу сейчас открыть врата эти. Отлично, да, я понял, понял. Здесь какие-то бандиты, стража. Они меня поймали и ведут в эту дверь. Это хорошо, здесь что у нас есть? Пользуется эссенцией, может только Кейт. Окей, я понял, здесь у нас есть ценности, которые я сейчас открою. Чтоб потом, может я уйду с этого? Или мне нужно Кейт взять с собой, чтобы она использовала вот эту штуку. Так, посмотрим задание. Мне нужно все равно выход найти. Так, вот здесь ценности есть еще. Давайте, я не знаю. Там забор, я думаю, стенка здесь тоже есть, поэтому, наверное, кристаллы стоит сейчас вырубить. Окей, и что? Что дальше? Здесь рубим, проходим. Камень приходится вырубить. Печально.
Так, коробки рубим. Там туда, я думаю, даже двигаться не буду. Хотя придется. Здесь стенка идет как бы так, что мне придется двигаться в эту сторону. Но да, там все-таки стенка есть. Ладно, тогда я сюда дошел, теперь вниз двигаемся. Там, возможно, таких коридоров еще миллион будет. Ну, миллион не будет, но поворотов, возможно, штук 10 легко там появится. Поэтому на сервере идут технические работы. Ладно, продолжим, как они закончатся. Так, я уже немного прошел. И энергии ушло немного больше, чем я ожидал. Так, вот это пооткрываем сразу, чтобы потом не забыть это сделать. И нам нужно дальше пробираться. Давай, руби все это. Причем, чтобы дальше пройти, нужно абсолютно все ресурсы вырубить. Многовато будет. Давайте попытаемся понад нижней стеной пройти. Возможно, так мы сэкономим несколько единиц энергии. А возможно, наоборот. И потратим больше. Так, вот, отлично, я прошел. Это уже за сооружение, какой-то алтарь, что-то не обсуждают. Кейт может активировать, то есть пол ничего здесь не может. Зачем тогда он прыгал в эту пещеру? Ладно, идем к выходу. Чтобы пройти здесь, нужно еще вырубить несколько кустов плюс кристаллы. Так, ага, и здесь тоже опять лабиринт. И опять мы попали в хорошее место. Отбой. Не успел отбой. Но, кстати, здесь плохо работает. Так что очень часто я трачу свою энергию просто зря. Так, вот эту коробку ломаем. Отлично, нам открывается шишка. И вот это ломаем. Ну и ящик придется, само собой. Кристаллы. Кристаллы, кристаллы. Что ж у вас здесь так много? Куст еще рубим. Так, вот это все тоже вырубаем. Так, опять коробка. И там тоже пройти нельзя, нужно обходить. Что ж так сложно? Я вот на ровном месте 1000 энергии только что потратил. Очень, очень затратно по энергии, но мы справимся. Так, ну я справлюсь. За вас говорить не буду. Так, это тоже все вырубаем. Абсолютно все. Камень большой и маленький. И опять... Да. Опять они закручивают свой лабиринт, чтобы я потратил больше энергии. И тут нужно все вырубить, чтобы дальше пройти. Не, ну это жестяк какой-то. И не клондайк. Так, вот здесь еле пробираемся. Еле-еле. Угу, отлично. Давайте вот здесь все вырубим. Так как я думаю, там уже проход. Других вариантов нет, поэтому рубим вот эту часть, вот эту. И здесь немало придется вырубать ресурсов. Так, сколько у меня было? 15 тысяч энергии в начале. То есть я уже потратил 6 тысяч. Возможно, будет 7 или 8 тысяч, чтобы до конца добраться. Сейчас посмотрим. Вот я выход нашел. Вот тут лестница была. В смысле была. А ее построить нужно еще. И сейчас у меня столов нет. Так, вот.
Давайте подумаем логически. Зачем нужен стол, чтобы построить лестницу? Она типа лестница со столов будет? Или как там? Или чего? Так лучше уже стул брать. Или они специально дают те ресурсы, которых у тебя мало. В общем, напишите в комментариях, зачем нужен стол, чтобы построить лестницу. Давайте, я жду креативные комментарии от вас. А пока я иду создавать столы. Так, я создал 4 стола. Растись. Блин, это же даже не строить, это просто расчистить путь. То есть, как он столами убирался. То есть, вместо метлы использовал стол, чтобы расчищать путь из камней. Ладно, это... Очень забавно. Отправляемся наверх. Чё бы нет. Стой, стою. Одни там, скорее. Давай. Сейчас пойдем скорее. Так, найдите Кейт. То есть Кейт не там, она вот здесь. Ну давайте найдем ее. Давай, рубись. Пробирайся быстрее, а то я сейчас завалю. Ох, ее здесь нет. Зато здесь есть очень много ресурсов, которые нужно вырубить и потратить энергию. Так, вот этот. Ой, как же их тут много. Ну, короче, 7000 энергии я уже потратил, можно сказать. Или я уже их потратил, я не смотрел, сколько энергии у меня было в начале. Плюс я сегодня еще энергию создавал, так что можно сказать, что 7000 я уже потратил. Ну, около 8000 энергии понадобится, чтобы пройти эту локацию. Так что готовьтесь, кто еще не прошел. Блин, вот это я зря потратил. Ну да ладно. Стараюсь экономить энергию. Скоро же обновление, посвященное Пасхе. И мне нужно собрать на него как можно больше энергии. А то там пригодится энергия. Это открываем. Вот это. Норм. Страж, сейчас ты нам за все ответишь. Кейн, бежим скорее. Рассказывай, стоп. Здесь есть старый портал. Бла-бла-бла-бла-бла. Что она делает? Нужно что-то более ценное, чтобы его активировать. Бла-бла-бла. Чистая эссенция. Вот это нужно сломать. Больше нет эссенции. А то если я полностью... Вот активируем портал. И поплатитесь за это. Это мое золото, мои пещеры. Полфута его. Так, полз хотел стража и бросился с ним в портал. Ночью надеялся, что и эта часть плана, о которой не знал, кейс сработает. Пожелать стражу удачи, помахать рукой, подмигнуть Кейт, закрыть глаза. Ну, давайте подмигнем. Нет. 3 изумруда дали. Пол, как ты меня напугал. Так, он разрушил портал, но я чувствую, мне его сейчас отстроить нужно или что? Так, это такое... Что это такое? Отправляйтесь на домашнюю станцию. Впервые за 5 или 6, может даже за все 10 глав у меня задание отправиться на домашнюю станцию. Что здесь? Наконец-то вернулись наши бла-бла-бла. К
Короче, мы вернулись и закрыли локации. У нас открывается локация Ньюпорт. Ну что ж, спасибо всем за просмотр. И что хочу сказать. Увидимся в следующем видео, в котором я пойду на локации Ньюпорт. Хотя, возможно, в следующем видео я пойду делать, как и проходить ивент, посвященный Пасхе. Но, скорее всего, я сейчас пойду на локацию Ньюпорт. Так что всем удачи, спасибо за просмотр.